Это жестко. Хочу гулять, просто выходи гулять. Каста. О, 2 МП. Ни хрена, мы всего по 2 взяли тут. Я и говорю, зачем? Лена, не смей умирать, мы не можем это все просрать, понимаешь? Не, ну понимаешь, если ты умрешь, ты... если я умру, я просру только зажигалку. Если ты умрешь... Все, я в машине остаюсь, давай. Если ты умрешь, мы просрем в дом. Все, что ты сюда привез. Давай, камеру возьми. Ладно, я схожу с тобой один разочек. Вон, тебе дотащить все это. Блокнот. Ля ты крыса, а. Да если сегодня вот так, сбежать от призрака, пока он их фотографировать, призрака. Фотик возьми. Ну ладно, я взял фотик. Я взял фотик. Молодой? Ты есть видеоблогер. Нет. Дай нам знак. Я не видел. Ты женщина? Блядь. Данил, нет. Моя зажигалка. Почему я? Ни хрена себе. Валяюсь, блин, тут. Играли? Данил, за что меня? Призраки тебя любят, видать. Пойду ударю Данила бутылкой. 76-го года бутылка. Пойду ударю. Ну чё, кого? Демона поставим опять? Я вот вообще не читал про них. У нас было чё? Кто там чё может? У нас минусовая температура. Радиоприемник. Охотится чаще всех остальных видов. Ну, пока сходится. Отпечатки рук, запись в блокноте. А, посмотри, ну, посмотри, нет! Ты посмотри, огоньки, огоньки! За старую школу. Огоньки, посмотри, блин! Чёрт, я же камеру успел поставить там. Да, а посмотри в ультрафиолете двери. Да нету ни хрена здесь. Я ее на камере видел, она проходила. Ну вот непонятно, ее видно без лазера. What the fuck, она тут ходит прям. Она тут ходит передо мной. И, короче... Пожалуйста, не убегай, беги. Бегу, Влад, бегу. Кирдык башка. Да вообще пипец, я тут рискую просто конкретно. Я на втором этаже грибы, там больше не буду находиться. Я отсюда сейчас сваливаю, она все равно ничего не делает. О, господи, а. Блин, ну не убивай меня, пожалуйста. Хватит меня убивать. Надо выпить успокоительное. Блин, ну все, мне криндец. Капец, я выживаю, просто не знаю как. Ты жив? Я охренел, да-да-да. Так я в машине. Ты пошел ты нахер, пожми, возвращай. Я устал уже прятаться. Я похудел уже на 2 килограмма, блин, тут. Какой кошмар, да в машине он тусуется. Гена нервничает из-за того, что остается один в доме. Кидает тебя, да вообще конкретно кидает. Все, живой? Да я в фургоне. Да конечно ты в фургоне, все как всегда, блин. Я живой, блин. Я камеру смотрел. Че увидел там в камере? Я
заняты, просто у меня руки заняты. Не могу с тобой разговаривать. А, ничего не увидел? Ненавижу тебя. Она где-то явно на первом этаже, вот где, хрен знает. Ненавижу тебя. Ну, что-то я пошел таблеточки выпить. Охота может начаться сразу. Да, я знаю это. Я это знаю. Да будет свет, сказал Данил. Так. Ты брезгуешь, да, включать, я смотрю? Да мне пофиг уже. Я насмотрелся, как Марина играет. Думаю, а, буду тоже в темноте ходить, мне насрать. Тренироваться. Да. Блин, камон, она реально просто даже не пискнула вчера в этой игре, понимаешь? Она такая, ого, угу, ну понятно. Интересненько там. Первый был скример, это когда мячик там это прыгает, короче, когда из другой комнаты. И она такая, интересненько. Я такой, понятно. Это уже был звоночек один в эту сторону. Ну понимаешь, она просто, она в больнице просто вообще... ничего вообще не сказала. Где мы с тобой орали в больнице, там она вообще просто как вот как вот с таким же лицом, как какой-то я тебе и скидывал. Просто я ей скидываю, смотри, как ты играла. Такая, капец, мне вообще все равно. Такая. Это жестко, конечно. Я не знаю. Видимо, она повидала в своей жизни. Наверное. Такая, это разве Марина, страшно? Да, моя девушка, Влад, моя девушка. Вот мы когда в 2005 на заброшку залезли.